Вы из России? Да. Я тоже. Нет, я не из России. Я не хочу уже говорить, что из России. Я из Вятской республики, которая была Да. колонизована Московским царством. Ну, и со Кстати, была царством, я демократ... согласен. А, да, хорошо, конечно, да. Во всем нормальном мире, когда колонизуют кого-то, это уже плохо, а в России все наоборот. В России все хорошо. Чем больше жестокости, подавления, тем лучше, да. Ну Вот. да. А скажите, пожалуйста, в каком году Маяковский вообще стихи написал? Мой паспорт. Я не знаю, с чего я должна знать это. Ну А давайте я хорошо. вам скажу, а в каком году родился Тургенев? Блин, не подглядывайте. Какая разница? 1714 Ну, год. да. Угу. В каком году Салтыков-Щедрин родился? Сейчас скажу, Салтыков, Ну, по-моему, в не надо так. 1713. Ну, отлично, вы знаете, блин, какие-то даты на... Я Вот писатель, это не, вот писатель, я писатель квинтэссенция российского Лермонтова знаю. образования, кстати. Я имела несчастье его тоже. Заучивают даты, Так а буквально нас почему? заставляли в Не, России ну если вы заучивать будете таблицу, блин. продолжать тарахтеть, просто, ну вы Так нет, я остановитесь на просто хочу секунду. объяснить, сейчас комментарий Не, не вставить. надо Вот по мне вашему... объяснять, объяснений никто не требует. Вы просто Нет, задали очень даже вопросы, я на требует, них очень ответил. даже Если требует. позволите, я немножко Ну, тоже давайте. вас спрошу. Ой, спасибо, мой Сейчас дата хороший. будет. Нет, никаких дат. Абсолютно никаких дат. У меня вопрос только один, а для чего? Что? Для чего? Что для чего? Вот вы этим занимаетесь. Ну, хочу у россиян вызвать хоть какое-то просветление, как бы живя в более такой развитой стране, меня просто поражает, Какой? насколько Какой? в Канаде. Канада Вот. более развитая страна, чем Россия? Вы прикалываетесь? А, для него вот не рад... для него Россия более развитая. Ну. А, Интересно, для вас в чем Канада развитая более Россия? В том, развитая? что она ни хрена не производит, в том, что она там диктатор сидит уже 25 лет. Может быть, в Тихо, том, тихо, тихо, что. тихо, тихо, не, тихо, Может быть, в тихо, том, что тихо. любой маленький город это захолустье, У вас деревни дупа умирают, там подгорает, все когда вы это развалины, может быть, в говорите. этом? У вас подгорает дупа, когда... Очко у вас, знаете, такое шоколадное, вот там Ну сжимается вот у тебя. пошел русская культура пошла. Пошла Но русская культура. вы успокойтесь, вы Очко, говорите об этом подгора. спокойно. Говорите спокойно. А какая вам разница, как я говорю? Вы по фактам отвечаете. Один ебет, другой дратница. Вот О, вы вот. спокойно общаетесь. Ну, давайте, в русская культура, давайте, Давайте, вы конечно. рассказываете, как в России плохо, только спокойнее. А Спокойнее. почему вы мне будете указывать, как, в каком тоне мне рассказывать? Извините, вот после того, как в фляжке поживешь, то спокойно очень трудно об этом Тихо, рассказывать. тихо, 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 никуда ты, тихо, А тихо, вы мне не будете указывать, в каком тихо, тоне мне тихо, не рассказывать надо про кричать, то, что, чему я подверглась в России. Не вам мне указывать, в каком тоне мне с вами вот, разговаривать. Не вам мне хорошо, указывать, в хорошо. каком тоне с вами разговаривать. И особенно разговаривать о том, о чем, что мне пришлось пережить в России. Так что не Короче, вам... тихо, Я, тихо, конечно, тихо, понимаю, что тихо. вы циник, что Успокойтесь. вам вы в спокойном тоне рассказываете, как убивают украинцев, вы в спокойном тоне рассказываете про геноцид, вам радостно, когда бомбят украинские города, у Продолжай, вас спокойно, у продолжай. вас вообще водки нажрался, и вообще спокойно, всегда спокойствие полное, что бы там ни делали, полное спокойствие всегда. Убивают, режут, бомбят дома, бомбят роддома, у них всегда все спокойствие, да, конечно, а сейчас он вообще слушать, а сейчас он жрать будет, и потом они украинцев обвиняют, что, ой, украинцы все время жрут на камеру, вот, русская культура пошла, да, давайте чавкайте еще, давайте для видео, да, еще почавкайте, вот он, русский мир, да, угу. Вот, русский мир для вас, сначала начал оскорблять, теперь чавкает, потом еще сматерился, да, давайте, пока демонстрируйте дальше. Все? Вот с таким русским миром мне 15 лет пришлось прожить. Ой, а вы успокоились, нет? Какая вам разница, как я с вами говорю? Я сама решу, успокоиться мне или Ну, к нет. Я не собираюсь сожалению, ваш успокаиваться. понос я Я не слушать не собираюсь собирался. успокаиваться. Я не собираюсь успокаиваться Ну, по продолжайте, поводу русского продолжайте мира. тогда. Вы решили просто говорить, Вам да? не хрен по фактам возразить, вот вы и пытаетесь А вы по придраться к... фактам...
По фактам вам нехрен возразить, вот вы пытаетесь придраться к тону повествования. Когда нехрен по фактам возразить, тогда придираются к форме. Когда нечего сказать по содержанию, придираются к форме. Нечему сказать по содержанию, придираются к форме. Значит, себя, как она хочет поговорить по фактам. По фактам хочешь поговорить? Нет, не хочешь поговорить по фактам? Да, если вы сможете вывести по фактам. Пообщаемся. Бомбили Донбасс. И где вы были 8 лет? Я пошла по новой, моя хорошая. Давай по новой. Поставили своих русских, блин, террористов. А мы когда общались с тобой, папа? Все? Тихо. Ну что, давайте, бомбили Донбасс. Где вы 8 лет были? Пошла, опять в Украине фашисты. Неправильно улицы названы. Нужно бомбить из-за названия улиц. Нужно посылать русских солдат погибать, потому что в Киеве в честь Бандеры и Шухевича улицы. Да я просто заранее уже говорю, что вы скажете. Вы же ничего нового придумать не можете. Ты мне звук отключил? Я не отключила вам звук. Мне не нужно в такие манипуляции вдаваться. Вот вы мне отключали. У тебя все в порядке? Успокоилась? Я не собираюсь успокаиваться. Я не собираюсь успокаиваться, общаясь с русскими. Давай. Я не собираюсь успокаиваться, когда я общаюсь с русскими вот такими террористами, как вы. Давай энергии мне. Давай. У вас-то нет своей энергии, уже состарились. Я тебе приказываю, сучка, давай работай. Русский мир, русская культура. Давай работай, моя хорошая. Русский, уже состарились. Давай, вам... прости, какой сучка, вам работа? Работай. У вас уже не стоит вообще. Работай, гавкай, какая гавкай, вам гавкай, нахер гавкай, работа, блин, гавкай, все. Гавкай. Давай, что-нибудь по фактам будет? Девочка. Или я отключаюсь? По фактам что-нибудь возразить сможете или уже сливаешься, нет? Сливаешься. Нет, если вы сейчас в течение 10 секунд не скажете ничего по фактам, то тогда я уже подождала. По фактам, давай по фактам. Сосать будешь? А, ну вот, вот у них факты. Вот в русском мире вот такие факты. Им говоришь про убийство, да. Им говоришь про геноцид, а у них вот сосать будешь, вот, вот она русская культура. Запад да, вообще да. Загнивает, Запад загнивает. Так а вот в России, секунд, вот такая вот культура... Ах ты моя хорошая, как вот, я тебя вот люблю. Загнивает Запад у них, а вот я они... Я тебя люблю. За как, духовные вообще, блядь, духовности вообще хоть отбавляй. Куда бы деться? Духовные, скрепные, вот, вот, скрепность и духовность. Давайте, что еще скажете? По фактам у них ничего нету. Только вот оскорбление и демонстрация своей духовности и скрепности. Ну ладно, короче, дед сдулся. Пока.